Всем привет, дорогие ребята, с вами Ярика, успейте поставить лайк за 5 секунд, если вы считаете, что у вас летние каникулы. Считаю, раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, ребята, что вы успели поставить лайк. Это у нас игра Герой Меча и Магии. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Я сегодня не буду так сильно напрягаться, просто потому что у меня... Кроме снятия видеороликов, у меня еще куча дел. Посетить занятия по гитаре. Испечь картошку на ужин даже. Но сегодня видео вообще будет короткое, просто потому что я заранее подзагрузил один файл. Да уж, вы видите то, что вот эта оборона довольно-таки сложная, поэтому я сделал так, чтобы это было легко. И еще извините за то, что я вчера не снял видео, потому что у меня была экскурсия, да, ну, с моими одноклассниками и с другими классами мы ездили во Владимир. И даже там было вообще... Ух, блин, как же все тело болит после долгого веселья. Теперь, когда Сайрис стала надежно защищена армией и учениками Фейдаэна, последнему, что ничто не помешает отправиться на остров Туманного Дракона и встретиться с Тиеру, чтобы узнать об опасности, угрожающей всему миру. Давай-ка этих лучников выберем. Все равно что. Туман сизый и воды бескрайние укрывают Тиеру дом, артефакты эльфов, древние дворецы. Такс. Блин, я еще не посмотрел, какие там задачи, но там 100% надо найти Тиеру. Ой, блин, мне камера заглагала. Извините. Найди Тиеру. Острова Туманного Дракона в Эрисийском море весьма опасное место для беспечного путешественника. Но сейчас туман исчез, и найти Тиеру будет легко. Возможно, Тиеру сам убрал туман, чтобы Фейдаэну было проще его найти. Так, Фейдаэн должен выжить, это понятно. Собрать древние артефакты. Одна из легенд об острове Туманного Дракона рассказывается о том, что спрятаны многие древние артефакты. Разыскивая Тиеру, вы должны попробовать найти эти артефакты, так как они помогут помочь Фейдаэну в войне против нежити. Ну, даже не знаю, конечно же. Если они что-то хотят, то... Так, слава богу, вообще нету никаких игроков. Так, ладно, подзагружаюсь, друзья. Это, видимо, уже... Такс, воля Тиеру. Такс, а где, кстати, нахождение Тиеру? А, вот оно, нахождение Тиеру. Так, это хорошо. Так, загрузить, давай попробуем. И вот смотрите-ка, ребята. Тут короче, я тут преодолел долгий путь. Долгий путь, чтобы добраться вот до сюда. Здесь я пополнял свою армию. Здесь вот можно прокачать, конечно же. А вот здесь вот можно нанять лучников. Затем я пошел вот сюда. Здесь вот у меня там
еще подземелье. Да, вот здесь вот, короче, я выучил заклинание «Разрушающий луч». Так, вот сюда я по... Да, вот здесь вот военная школа, это вот типа у чернокнижников. Так, вот здесь вот еще подземелье. Затем я еще вот сюда погрузился. Так, и так, здесь там еще подземелье. И вот все, я добрался уже, видимо, до острова Тиеру. Все, так вот. Чего? Но демоны были быстрее. Тиеру у них в плену. Скорее, скорее, скорее. На помощь нашим к ним. Так, ага, вот эта задача выполнена. Спасти Тиеру. Тиеру в опасности. Несколько отрядов демонов высадились недалеко от его жилища. И вряд ли они прибыли с мирными намерениями. Вайдаену нужно поспешить, чтобы помочь Тиеру в этой схватке. Ладно. Еще 6 единорогов. И у нас, смотри, какая армия. 56 дриандов, 79 танцоров, 74 лучников, 11 друидов, 2 дерева и 8 единорогов. Ну, в принципе, это хватает. А какая у них... Ага, ну, в принципе, не такая уж и сильная армия. Но я не ожидал то, что там здесь игроки будут появляться. Все, я на тебя нападаю. О! Ты куда побежала, Пиара, блин? Вот, вы помните, в 21 серии там была Пиара, да, в виде суккуба. В принципе, я сейчас вот так вот делаю. Ну а, получили спайки, блин. Ты офигел? Сейчас тебя танцор накажет. И еще. Давай, 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 единорог. Нифига себе, ты его ослепил. И давай вот так. О! Ты офигел, что ли, совсем? У него при том 26 уровень, кстати. Святое слово. Наносит урон всем существам Инферно и Некрополиса. Нет, давай-ка на другом кого-нибудь протестируем, потому что здесь демонов вообще маловато. И вот так вот пучник. Это... Блин. Блин. Так, все. Слишком долго раздумывал. Не говори плохо о нем. Я буду говорить о нем так, как он того заслуживает. В конце концов, я тоже мертв. Слушай,
меня мало времени. Кхабелех отметил своим знаком младенца, рожденного в день затмения около 20 лет назад. Отметил? Как? Не перебивай. Речь идет о королеве Изабель. Кхабелех хочет, чтобы она зачала ребенка, который станет мессией зла. Властелин не может покинуть Огненную гору, но его сын сможет. И при этом будет обладать всей силой, которую дает магия Хеоса. Живой апокалипсис. Именно. Слушай, я вложил свою последнюю силу в свиток. С его помощью могучий маг должен провести ритуал над Изабель и снять с нее клеймо Кхабелеха. Но я не чародей. Тогда найди его. Отправляйся в Серебряные города к Зихиру, сыну Сайруса. Но прежде разыщи суккуба и отними у нее мой свиток. Это будет нелегко. А кто обещал, что будет легко? Ты последняя надежда Асхана. Вперед. Это был дух Тиеру. Так, задачи обновились. О, вот она, Биара. Так, повелите. А, ну, не такая уж и сильная. Задачи были самые сложные. Да, не успели. А, стоп, мы же ведь зато можем доехать до туда. Мы же ведь можем доплыть туда. А то без других кораблей мы не сможем... Мы не сможем до туда доплыть. Это какой-то... Адский остров. Адский остров. Знаешь, что адское было? Когда же что адское было? Моя планета. Эй, Влад, хватит уже рассказывать. Это уже какая-то фантазия. И потом, только вот в этой игре Герой Меча и Магии доступно лишь только 12 лет. О, зацените, встретившись с суккубой Биары, защитите себя простым всадником эльфа. Скажи еще раз. Всадник. Все, и тебе сейчас... А у нас какая? Да нормально уже армия. С помощью этой армии и мне. Мы сейчас их убьем на раз-два. Да. Ну что? Слушай, я хочу Мне нужно. Так, мне надо вот так вот делать. Так, сюда. Просто нужно, чтобы эти клыки, блин. А ты офигел, что ли? О, вот так вот. Давай, пули, танцуем. И давай попробуем святое слово. Давай попробуем. Интересно, что это? О! Но, какое, кстати, мощное Ой, заклинание. Кстати, это мощное заклинание против демонов. И давай каменные шипуги можно. На. Да ты офигел на танцора, что ли? О! Это какая миссия? Это четвертая миссия Фейдаэна. А давай посмотрим, как танцор накажет этих суккубов, блин. Я же сам не знаю. Так, а пока что давай. Так, вот так вот делаем. Блин, мы даже не посмотрим, как он вокруг себя может.
Кстати, прокачанные танцоры, они вокруг себя такой чу-чу-чу-чу-чу. Ладно, вообще. Все. Не убивай меня, или магия Тиеру погибнет вместе со мной. Твоя жизнь в твоих руках. Отдай свиток, и я подумаю, что с тобой. Я отдам его, но в обмен на мою жизнь. Свиток. За жизнь. Из нас двоих доверять можно только мне. Отдай свиток, и можешь идти. Ты клянешься? Клянусь честью и своей, и Иоланта. О, надо же. Не ожидала такой клятвы от эльфа. Что ж, держи свой свиток, а я пойду. Не каждый день убиваешь легендарного рыцаря из Ордена Дракона и получаешь помилование. Если бы не клятва... На! Стрелой, блин, шмыльнул. Дракона каких-то там скелетных. Это призрачные вообще-то драконы. Но... О, дракончик! Не, это все будет на следующей серии. А на этом мы с вами пока что будем заканчивать. Ну что же, ребята, вам понравилась сегодняшняя серия? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, короче, на мой канал, жмите на колокольчик и пишите комментарии, кое-какие впечатления. Да уж. Это короткое вообще-то видео, чтобы полегче было заснимать. Ну, в общем, все, друзья, бай-бай, дорогие браточки.